Так что же такое любовь? Ну, вы знаете, любовь — это когда вообще нахуй ничего не надо, ни мужику, и девушке, вот они вдвоем, и другого, вот они только вдвоем. И вот это их мир, вот он здесь, и все. А больше другого мира не существует. Злые бабки, блядь, не знаю, там на вокзале хулиганы пиздят кого-то, блядь, самолеты разбиваются, свиной грипп, сама свинья, отдельно грипп, блядь, вот смерти, ничего не существует в мире. Гризис, хуизис, никому нахуй ничего не надо, блядь. Вот есть тёлка, есть мужик, они вдвоем, это их мир, и они охуевают друг от друга. Я это называю любовь, но она может длиться одну секунду, а может длиться, там, ебать мой лысый череп, как вот Фредерик Бельведер написал, 3 года. Вот это мое определение. А может длиться всю жизнь? Я в это не верю. Нет, я считаю, максимальный срок любви 3 года. Интересно. Всё. Так это... По системе Бельведера, мы так договорились с ним, да. Срок годности, смотрите, на упаковке. Конечно, да.